Явно, что наши футболисты не попали в игру. Яшин бросает рукой. Вот эта техника, конечно, вброса мяча в игру. На нее следует обратить внимание нашим вратарям. А сейчас Бышевец рвется по флангу. И вот подача. Удар. Гол. Стрельцов забивает победный мяч в ворота сборной Австрии. 4-3. Конечно, фантастический матч с точки зрения болельщика и валидольный с точки зрения тренеров. 4-3. Напомним, смотрим еще раз этот проход Бышевца. Там защитник не сумел остановить и грубейшая просто позиционная ошибка центральных защитников. Вот мы, но устали австрийцы, потому как наши атаковали постоянно прессовали, как сегодня говорят, оборону. И смотрите, как пробил Стрельцов. Да, ошибка имел.